Девчонки, привет! Ребята, тоже привет! Всем привет! Сегодня будет текстильный обзор, и я его, наверное, назову текстильный зефирный. Почему зефирный? Посмотрите, вы только посмотрите на эти цвета. Нежно-розовый, нежно-сливочный, нежно-желтый, какое-то лимонное мороженое, вышивка, тесьма. Это что-то необыкновенное. Это что-то, то, что я называю на богатом. Сегодня будет несколько скатерти, будут несколько наперонов, пара наборов салфеток, дорожка. Ну, короче говоря, вот сегодня то, что я называю что-то на богатом, что-то для роскошного стола, для праздничного стола, но, конечно, никто не запретит и использовать на каждый день, если ваша душа попросит, почему бы и да. Как обычно, напомню, что для того, чтобы сделать заказ, пожалуйста, пишите на WhatsApp магазина. Именно пишите именно на WhatsApp. Номер WhatsApp указан в инфобоксе. Ну что ж, давайте начнем. Да, еще, я каждый раз это говорю, но все равно, конечно, мне каждый раз прилетает о том, что мяты, девочки, дорогие мои, я все перестирала, я все перегладила, но просто это натуральный материал, он быстро очень мнется, и пока доходит очередь до съемки, уже вот эти вот заломы от сложенного текстиля остаются. Ну, простите, пожалуйста, если неприятно, не смотрите. Давайте сразу же зададим высокий градус. Показываю вам самую первую вот эту шикарную, роскошную скатерть розового цвета. Нежнейший розовый цвет, прямо такой классический розовый. Скатерть очень большая, скатерть овальная. Я вам ее показываю свернутой пополам, потому что она на самом деле очень большая. У нее такой овальный повторяющийся рисунок в центре и такая же овальная кайма по краю. Это жаккард, все как я люблю, да, я считаю жаккардовые скатерти самыми лучшими. Вот так выглядит с лица, вот так выглядит с изнанки. Аккуратно отделан кособейкой. Прекрасная скатерть, у нее есть небольшой нюанс. Видите, вот эти пятнышки. Вот эти пятнышки, возможно, они отстираются, я не знаю. Но они настолько незначительны, что они в общем массе их даже незаметно. Во всем остальном она, конечно, необыкновенно хороша. Имеет такой небольшой глянцевый блеск. Видите, какая она роскошная, с любой и белоснежной. И в любых пастельных оттенках посуды, и с хрусталем, с фарфором, с серебром будет смотреться просто, просто фантастически. Очень красивая скатерть. Я ее назвала розовая скатерть овальная. Ее размер 154x202, то есть она прям очень большая. И ее цена всего 2300 рублей. Следующая скатерть не менее великолепная. У нее есть другой оттенок, она более теплая. Ее не такой розовый, как была предыдущая, она чуть-чуть персик. Она тоже жаккард, и у нее, знаете, вот такой вот, какой-то, знаете, королевский шелковый отлив. Давайте немножко вам покажу на солнце. Видите, как? Видите, как она сияет на солнце? Вот такой какой-то прям вот шелковый, атласный, сатиновый блеск. Разумеется, жаккард. Вот так она выглядит с изнанки, вот так вот она выглядит с лица. У нее в центре такая вот овальная розетка и по краю вот такая вот кайма. Очень красивая скатерть. У этой скатерти есть небольшой нюанс. Посмотрите, здесь есть вот такая вот черточка. Наверное, может быть, ее поставили ручкой. И наверняка это можно отстирать. Просто я заметила уже после того, как я ее постирала. Вот такая прекрасная, чудесная. Она не очень большая. Ее размер всего 122x150 см. Я ее назвала королевская. Почему королевская? Потому что, во-первых, она очень красиво сияет. Во-вторых, ну так, с большой натяжкой. Вот это может быть немножко похоже на лилию. Может быть, не похоже на лилию. Просто нам с вами нужно понимать, отличать одну скатерть от другой, да, при заказе. Поэтому давайте считать, что эту скатерть я назвала королевская. И ее цена 1600 рублей. Еще одна красивейшая розовая скатерть. Я ее назвала розовая пудра. Перевирает вам цвет камеры, перевирает. Она чуть более насыщена. Она вот именно такого розового
но бледного пудрового оттенка. Может быть, вот такая. Смотрите, какая она. Разумеется, тоже жаккард. Разумеется, тоже на солнце. Специально вам показываю. Видите, специально показываю в тень, чтобы было более правдивое воспроизведение цвета. И на солнце, чтобы вы видели, как она красиво сияет на солнце. Жаккард. Матовое переплетение нитей и вот такое вот глянцевое. Рисунок, смотрите, по центру на более светлом фоне вот такие ажурные узоры, а по краю идет более глянцевая ткань, и на ней более светлые ажурные узоры. Сложно давать описание этому рисунку, но смотрите сами. Вот, смотрите сами. Давайте покажу вам обратную сторону. Вот так она выглядит с обратной стороны. Это скатерть небольшая. Ее ширина всего 99 и длина 160 сантиметров. Никаких дефектов я здесь не обнаружила. Если вдруг обнаружу позже, об этом будет указано в инфобоксе. Но вот на данный момент дефектов не обнаружено, и ее цена 1300 рублей. Все предыдущие скатерти были какие-то, знаете, нарядные, торжественные, пафосные, а эта такая сочная, такая яркая на каждый день, мне кажется, она такая уютная. Я не знаю, что это за ткань. Из такой ткани, знаете, бывают кухонные полотенца, возможно, это лен с хлопком, я не знаю. Но вы видите, да, какая она какая-то вот мягкая, в то же время плотная и необыкновенно уютная, какая-то такая домашняя. По краю у нее вот такой розовый кант. И вот эти цветы, они вытканы. Дефектов на этой скатерти я не обнаружила. Я ее назвала скатерть розовая с цветами в клетку. Ее размер 119 на 143, ее цена 1300. С розовым мы с вами закончили, перейдем теперь к другим цветам. Посмотрите, какая красота. Я эту скатерть назвала скатерть желтая лен. Вот сейчас правильный ее цвет. Он такой, знаете, это цвет лимонного мороженого. Очень красивая, очень такая, знаете, вот она вот прям богатая. И можно ли это назвать вышивкой? Ну, наверное, да. Наверное, это можно назвать вышивкой. И она идет, вот эта вот вышивка, таким образом по всей скатерти. Красивая, невозможно. Я грущу только из-за того, что она маленького размера. Для моего стола она не подходит. Иначе, конечно, она бы до вас точно бы не дошла, она бы осталась у меня. Вот сейчас вам правильно показывается цвет. Вот такая она. Ее размер, так, я ее назвала скатерть желтая лен. Ее размер 121 на 125. Она очень небольшая. Ее цена 1500 рублей. Еще одна желтая скатерть. Эта скатерть, знаете, она такая из универсальных. То есть она и на праздничный стол, и на каждый день она очень даже хороша, потому что вот такой вот он даже, ну, не, скорее, не столько желтый, он немножко в лимон и немножко в ваниль. В общем, как, короче, такой очень приятный цвет. И это тоже жаккард, естественно, тоже жаккард. И такой немножко жемчужный цвет вот второго цвета. Если, надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду, как я говорю. Эта скатерть очень большая. Она прямо очень большая. Сейчас я вам скажу ее размер. Ее размер сейчас потеряла. 220 на 130. Она прям вот огромная. Огромная. Но, знаете, у нее есть нюанс. У нее здесь есть пятна. Видите? Вы на их даже, наверное, и не видите, но они здесь, ну, прям вот такие, знаете, едва заметные. Вот здесь вот пятно. Ну, вот они настолько едва заметны, но они есть. Вот видите, вот в это пятно. И, по-моему, есть еще одно такое же где-то, но вот я его сейчас не вижу, вы, наверное, его тоже сейчас не видите. Вот из-за этих пятен цена на эту скатерть снижена.
Из-за этих пятен цена этой скатерти 1800 рублей. Но она большая, она роскошная, она универсальная, поэтому я думаю, что надо брать. Как я ее назвала? Давайте сейчас еще раз. Она называется скатерть желтая в клетку, большая, размер 220 на 130, ее цена 1800 рублей. Тороплюсь для вас снимать. Солнце уже ушло в сторону, уже не так красиво все. Смотрите, скатерть желтая в горох. Посмотрите, какой горох прекрасный. Это тоже желтый, не такой желтый. Давайте я вам покажу для сравнения. Вот была желтая скатерть льняная, вот была желтая скатерть в клетку, а вот это вот другая желтая скатерть в горох. То есть она еще светлее, еще больше похожа на лимонное мороженое. И это тоже жаккард, 3-4, жаккард, да, люблю, считаю их самыми красивыми. А, видите, так с изнанки, так с лица лимонное мороженое, плюс жемчужно-белый, и по краю вот такая вот серая кайма. Вот это сочетание цвета, желтый, серый, белый, это что-то необыкновенное. И горошек. У нас есть две покупательницы, которые очень любят горошек и покупают у нас на перегонке именно все предметы с горошком. Девчонки, присмотритесь, посмотрите, какая прекрасная эта скатерть. Она настолько веселая, настолько какая-то радостная. И в то же время универсальная. Да, ее тоже можно и на праздничный стол, и на каждый день, и летом, и зимой. Ну, необыкновенно хороша. Сейчас я попробую вам показать именно тот цвет, какого она есть. Ну, вот такая. Она вот такая вот. Цвет лимонного мороженого. Так, я ее назвала скатерть желтая в горох. Ее размер 156 на 131. Ее цена 1500 рублей. Дефектов я здесь не обнаружила. По красоте. Что-то по красоте. Знаете, мне очень жалко, что она помялась. Ну, я не могу это. Это нужно, знаете, сразу погладил, сразу же вам снимать и потом идти следующую гладить. То есть у меня такой возможности нет. Ну, представьте, что вот она разутюженная. Прекрасная скатерть. Она бежевого цвета. И знаете, у нее какая-то такая ткань, она, это хлопок, но она очень плотная и немножко глянцевая. Вот знаете, мне кажется, из такой ткани шьют костюмы. Не знаю, как называется эта ткань, но вот представьте, что она прямо вот плотная и гладкая. Она бежевая и она с вышивкой. Здесь, видите, такая вышивка. И эта вышивка, она в центре вот такой вот, не знаю, квадрат или прямоугольник. Сейчас мне сложно вам сказать. Ну, в общем, в центре вот такая вышивка. Это очень изысканно, очень дорого в хорошем смысле. Очень нарядно. Ну, одним словом, это что-то на богатом. То, что я называю что-то на богатом. Она бежевая. Вот так вот, наверное, верный ее цвет. Как я ее назвала? Я ее назвала скатерть бежевая со скромной вышивкой. Почему со скромной? Потому что следующая будет вышивка уже не скромная. Скатерть бежевая со скромной вышивкой. Ее размер 120 на 134. Ее цена 1600 рублей. И вот она, роскошь роскошная. Вот это вот нескромная вышивка. В очередной раз я борюсь с собой. В очередной раз думаю, может быть, не отдавать. Может быть, оставить ее себе. Но она великолепная. Она великолепная, и она, по-моему, безо всяких дефектов. Видите, здесь вышивка в центре. Потом здесь вязаная вставка. И потом снова вышивка идет по кайме. И снова вязаные элементы. Видите, какая она великолепная. Вот так выглядит обратная сторона, изнанка. А так лицо. Светло-бежевая ткань, может быть, даже кремовая, и бежевая по ней вышивка.
Это просто, это очень красиво. Это очень красивая скатерть. И, ну, только то, что она для меня маловато, для моего стола. Поэтому она вот может достаться вам. Я ее назвала скатерть бежевая с богатой вышивкой. Ее размер 100 на 155. И ее цена 2000 рублей. Со скатертями все. Теперь у меня будет несколько наперонов, декоративная дорожка и несколько салфеток. Сначала наперон. Что такое наперон? Это декоративная скатерть маленького размера, которая кладется поверх основной скатерти. Называется наперон. Или, как ее в простонародье называют, столешка. В общем, первый наперон, который я вам хочу предложить, все пытаюсь вам вот так вот показать мерцание, это материал, не знаю, как его назвать, наверное, тафта, да, видите? Он вот, вот такой вот он. Он вот такой. Это цвет, наверное, цвет печеной тыквы. Это не кирпич, это не оранжевый, это вот такой вот какой-то, ну, приглушенный, я не знаю, тыква с молочным шоколадом, что-то вот такое вот. Очень красиво мерцает, и да, она, конечно, декоративная. Видите, как она? Видите, как она искрится? Очень красивый наперон. Очень будет красиво комбинироваться с бежевым, и с синим, с фиолетовым, с коричневым, с зеленым. Ну, прям огромное количество вариантов комбинирования этой чудесной, этого чудесного наперона. Ее размер 107 на 107. И его цена 1000 рублей. Подшит, кстати, вот он вот таким образом. Вот так. 107 на 107, 1000 рублей. Оставлю я наперон и ставты внизу. Сверху накину другой наперон. Это тоже более классический, потому что вот этот вот из тафты, он какого-то большего размера. Обычно где-то бывает примерно 85. Этот побольше, может быть, кстати, он может быть и просто скатертью на небольшой стол. А вот этот наперон, это что-то за ткань, я не знаю, она на ощупь как будто бы шерстяная, но когда я ее стирала, она хрустит. То есть это, наверное, акрил, но она такая прям, знаете, плотная. Она декоративная, отделана вот такой вот хлопковой вязаной тесьмой, и здесь вышивка. Вышивка ручная, вышивка крестом и, наверное, стебельком. Очень красивое сочетание цветов. Видите, такой цвет какой-то, ну, серый, наверное, льняной. Цвет льняной. И розовые цветы, и зеленые веточки. В общем, вот это очень красивая. Красивая салфетка на перон. Ее размер 84 на 82. Я назвала на перон с вышивкой крестом. 84 на 82. И ее цена 1000 рублей. Сверху первых двух наперонов я накинула еще один, третий. Этот такой, знаете, он простой, без затей. Это никакая не парча, и здесь нет никакой вышивки. То есть это обычный принт. Ну, я не знаю, на вид похоже, наверное, на лен. Может быть, лен с хлопком. Такого жизнерадостного цвета, зеленого с белым. Он прямо очень, очень добавляет радости, какой-то красоты и цвета, акцента. Красивый. У него есть нюанс, у него есть где-то здесь в центре, есть небольшое пятнышко, вот оно. Вы его видите? Но оно настолько небольшое, что практически незаметно, но оно все-таки есть. В общем, это единственный его нюанс. И я думаю, что я первая была, кто его постирал, потому что, когда я его стирала, он был такой, знаете, как на крахмаленный, хрустящий. Ну вот, только там было пятнышко. И стирала я его просто руками, без отбеливателя, без пятновыводителя. Может быть, если пятновыводитель был, может быть, это пятно бы отошло. Но я вас хочу предупредить, что этот наперон линяет. Ну, то есть, вот этот зеленый цвет, он окрашивает воду. И будьте аккуратны, если собираетесь стирать машинки, лучше с другими вещами его не кладите, на всякий случай. Так, его размер 86 на 88, его цена 600 рублей. Еще один очень красивый наперон. Вот, к сожалению, солнце ушло, и уже цвета все меняются. Понимаете, он не серый, как вам показывает камера, он белый. Я его назвала наперон с аппликацией, потому что здесь, видите, такой накладной рисунок, который также дополнен, конечно же, вышивкой. Но вот эти цветы, они объемные. Цветы по уголкам, на каждом уголке. Такой вот цветочный букет и цветочный венок в
центре. Также край отделан фигурным таким фигурным швом. Это, по-моему, тоже наложена ткань коричневая. В общем, очень интересный. У него есть нюанс. Видите, вот это вот крошечное пятнышко. Ну, знаете, его можно даже не заметить. Крошечное пятнышко. Вот это вот его нюанс. И вот тут, по-моему, тоже. Видите? Но не настолько мелкий, что они вообще не бросаются в глаза. Но вот я же специально высматриваю, чтобы вас предупредить. Но, конечно, это все не бросается в глаза. Я назвала наперон с аппликацией. Его размер 79 на 79. Его цена 1000 рублей. Дорожка бежевая с кистями. Дорожка, конечно, шикарная. У меня уже были дорожки в продаже, но вот эта, она еще круче, чем те, что были, потому что она двойная. Она прям вот плотная, двухсторонняя. И с двух сторон пришиты кисти вот такие вот. Она в идеальном состоянии. Я здесь не нашла никаких нюансов. Ни пятен, никаких ни дырок, в общем, никаких повреждений я здесь не нашла. Она большая. Ее размер 33 в ширину и 160 это длина от кисти до кисти. То есть вот от этого уголка до вот этого уголка. И плюс еще длина кистей. Она большая, 33 на 160. Ее цена 800 рублей. Мне осталось показать вам всего несколько салфеток. Посмотрите, салфетка бежевая с вышивкой. Она бежевая, вот эта вот вышивка такая сияющая. Это не золото, то есть это не люрикс, но это какая-то, наверное, шелковая нить, которая прям блестит. Она очень красивая. Возможно, на центр стола, возможно, сверху вазу, возможно, не знаю что. Ну, одним словом, сами придумайте, что. Она очень красивая. Это, конечно, машинная вышивка, не ручная, но прям прекрасная. Я думаю, что она новая, что ей никто не пользовался, ее никто не стирал, кроме меня. Никаких дефектов я здесь не обнаружила. Ее размер 31 на 29. Ее цена 400 рублей. Дальше будут салфетки, но прежде чем показать вам салфетки, я снова достала эту скатерть, чтобы показать их вам вместе. Посмотрите. Это что-то невероятное. И это тот самый лот, над которым я тоже думала, что может быть оставить себе, потому что расстаться с этим очень сложно. Это набор из 6 салфеток. Давайте пофантазируем. У меня сейчас нет возможности, к сожалению, вам сервировать стол, показать. Но вот давайте пофантазируем, что мы можем сложить эту салфетку вот так. Внутрь положить нож с вилкой, а сверху поставить, например, кольцо для салфеток. Или какой-то даже закрепить резинкой и цветочком. Посмотрите. И это настолько повышает градус парадности. Это что-то, конечно, невыносимо прекрасное. Это набор. И продается набором из 6 штук. Вышивка это, конечно же, машинная. Никаких дефектов на этих салфетках я не обнаружила. Посмотрите, как они прекрасно живут вместе. Что-то прям очень красивое. Если они не найдут своего хозяина, я совершенно не расстроюсь, потому что я считаю их прекрасными. Это набор из 6 штук. Размер этих салфеток 23 на 24. И цена набора 1200 рублей. И последнее, что я вам хочу показать. Для того, чтобы показать вам последний набор салфеток, я вернула все розовые скатерти. Так выглядят розовые скатерти вместе. А вот так выглядит набор розовых салфеток. Они подойдут, конечно, к каждой из тех розовых скатерти, что я вам показывала. Они, в отличие от предыдущих, имеют большой размер. Но здесь набор из 4 штук. Тонкая ткань. Розового цвета, нежно-розового цвета. Вышивка белым. Вышивка, разумеется, тоже машинная. Таким фигурным краем.
отделаны все салфетки. Я думаю, что ими никто не пользовался. Я думаю, что они новые. Они большие, их размер 42 на 42. Сейчас вам перебирается цвет, они имеют нежно-розовый цвет. Такой. Размер этих салфеток 42 на 42 и набор из 4 штук стоит 800 рублей. На этом пока все, но у меня есть еще текстиль, просто его нужно привести в порядок. И, наверное, следующий именно текстильный обзор будет, ну, наверное, дней через 10, может быть, даже недели через 2. Но в любом случае, ждите, следите. Я с вами на этом буду прощаться. До следующей встречи и пока. Пока-пока.